Друзья, всем привет! Всем привет! Приветствуем вас на канале Cool Twins. С вами, как всегда, папа Миша, Леша и Дима. Дима запнулся, забыл, как его зовут. Вот такое бывает. И что ж, сегодня мы покажем вам продолжение нашей игры в Майнкрафт. То есть мы, если вы помните, мы создали уже портал в ад. Да. Сами добыли алмазы, сделали алмазную кирку. И сегодня мы засеем наше поле пшеницей, точнее сделаем это поле вообще, засеем. А для чего нам пшеница? Не только для того, чтобы сделать хлеб, но и чтобы поменять на изумруды, совершенно верно, чтобы мы могли торговаться. Итак, что у нас в инвентаре? Более-менее порядок или что-то выложим? Ну, пусть... Давайте повылажем, может, алмазы драгоценные. Самое ценное. Да, самое ценное. Выложим все. Они зарыты самое ценное. Обсидиан пусть будет. Это... Так, нитка нужна нам? Ну, пусть будет нитка. Крюк нужен нам? Да, да. Ну, мы ачивку из него делали. Хорошо, землю это все выбросим. Так, что нам нужно еще? Мотыга? Семечки еще надо. Да, этих, мне кажется, хватит, нет? Ну, давай посмотрим. Я буду... Что еще нам надо? Мотыга у нас есть? Хватит ее? Или возьмем золотую тоже? Это будет воспоминание в начале. Пусть не ломается. Хорошо. Так, что у нас на улице? На улице ночь. Так, нужно поспать. И приступаем к работе, да? Да. Сделаем сейчас поле и будем идти в ад. Так что, ребята, внимательно смотрите. Давайте, ребят, показывайте. Помните, где у нас поле? Мои любимые монстры! Огурцы! Димочка, ты у нас снова отвлекаешься на другое. Пусть горит. Поможем ему? Да, это наш... Он наш под... Я понял, давайте я вам помогу. Он нас подгорел. А, все? Да, все. Я уже думал помочь. Ну, можешь к нему не подходить, а на расстоянии удар и отошел. Удар и отошел. А вы прям к нему впритык подходите, восстанавливаемся. Так, давайте, делайте поле. Наш сосед... Куда вы идете? Мы идем, будем делать поле. Я понял, пацаны. Давайте я... Короче, мы договаривались с ребятами об одном, а они друг... Говорю, вы помните, где наше поле? Да, мы помним. Ушли куда-то в другое место. Короче, сделаю я все сам. И чувствую, придется и мне самому идти... Ну, да еще водички. Идти, наверное, в ад. Потому что ребята какие-то сегодня вообще рассеянные, невнимательные. Да, пацаны? Да. А что ж такое с вами? Не доспали или не доели? Все, с нами нож. Нож? Ну давайте, делайте тогда поле. Вот же наше поле. Мы же договаривались, так, что делаем здесь. Так. Но я предложил бы сначала сделать бы мотыгой полностью поле, утрамбовать. А потом бы засеять пшеницей. Надо бы быстрее. Давай пусть Дима сделает. Ты слишком как-то стучишь, видишь, как Дима осторожненько. Раз, раз делает. Раз. На расстоянии. Да, просто пальчиками нажал, а ты как-то стучишь. И не совсем все выходит. Ну ничего, научишься еще. Давай, молодец, Дима. Одно. Одно. Еще мотыгой сделайте. Засейте полностью, все, а потом, ну, мы подписчикам... Же, Вася. Вася, ну что ты обзываешься на меня? Это как сосед зовут. Потом мы нашим подписчикам покажем, как здесь все зацвело у нас красиво. И сколько у нас вышло всего изумрудов с этой пшеницы. Его зовут Вася, этот сосед. Давай. Так, Вась, а можешь мне помочь? Аня же не умеет помогать в Майнкрафте. Ты как знаешь, как кулаком по ноутбуку стучишь. Так. Ну так, надо эту пособирать пшеницу. Давайте. Так, что мы сделаем еще нужно? Ребята, не доделали. Пока еще мотыга у нас осталась. Можно немного добить. О, плюс еще и по-быстрому посадить. Так, видите? Вы не думаете, что я там годами учился играть в Майнкрафт и тому подобное. А ты знаешь, что быстро, чтобы оно вот так не засыхало, можно воду. Ну, ничего страшного.
Короче, научили меня всему этому малыши. Только я не пойму, почему я делаю теперь быстрее, а они до сих пор остались на том уровне, делают как-то медленно все. Медленно и не всегда в попад. Раз, раз, раз. Вот видите как все. Ну, то есть, вот так вот все здесь будет засеяно. Об этом мы вам покажем позже, уже как все сделаем. Да, здесь красиво? Да. Давайте перейдем к делу. Давайте назовем имя соседа, который жить. А его можно переименовать как-то? Да, можно наковальней. А скажите еще такой вопрос. Нам в аду нужна алмазная кирка или обычная железная или деревянная? Алмазная. Алмазная? Ага. Да. А почему? Потому что... давай возьмем, скрафтим кровать. А кровати же взрываются в аду. А зачем нам, чтобы они взрывались? Незагрит получить. Если взорвется кровать? Да, древний обломок. Ну давайте скрафтите, покажите. Потому что я уже и не помню, как ее крафтить. Это надо шерсть. Шерсть? А у нас она есть? Нету. Надо овечек поубивать. Мы не будем убивать, их же можно побрить. А где у нас ножницы? Ой, овечек, кстати, здесь вообще поблизости, по-моему, нету. Так что давайте, наверное, мы без овечек и выйдем без... Получается. А, может, с паутинки можно сделать шерсть. Нам нужна просто кровать? Угу. Кровать. Чего делается? Ты схожий себя красителя. Можно по-обычному сделать. Так, где обычная кровать? Белая кровать. Да, вот это белая обычная. Самая обычная. Ага, все-таки шерсть нужна. Так, а шерсть можно ли как-то сделать по-другому шерсть? Да, с ниток, вы правы. Давайте возьмем нити. Ну, это 3 шерсти. Вот наши нитки. А можно искусственные муки сделать? Вот это, да? Сколько нам нужно? Много. 3? Да. Боюсь, что не будет на 3. Надо... Немножко надо подождать ночь, и можно паука там. Так, что у нас здесь? Нет ничего похожего? Ниток нет больше? Кости! А что кости? Нам нужно из костной муки как-то скрафтить. Давай попробуем. Нет. Ну а ты знаешь такой рецепт? Да. Дима, как всегда, свои идейки дает. Ну, проверим его идейки. И что мы тут? Куда ее крафтить? Опа. И что костная мука? Оставь еще от собачки. Смотри. И что с костной муки мы сделаем? Все. Да не хватит, надо вот сколько. А это на собачку. Так. Куда ты идешь? Подожди, выложишь с рюкзака, все, потеряешь. Если ж мы погибнем, все утеряется. Мы ж в ад идем уже. Нужно все выложить. Чтобы... Самое нужное выложить. О, давай в другой сундук. Что-то... Да, скрафтим. Давайте поможем. Так. А костная мука, чтобы крафтить нитки. А нитки как ты будешь крафтить с костной муки? 3 костной муки. Попробуем. Ну так мы же только что были здесь. Здесь не крафтится. Дима. Ну вот, кости. И проверяй. У нас а, идет. Может костную муку саму типа всунуть сюда? Да что? Да белый это белый краситель получается. Нитки, да? Нету такого даже. Нитки. Ну. Дим, нет. Нитки нету такого. А, Дима. Нету. Это с паука. Дима, такой у нас маленький. А можно дождаться ночи? Так. Это 4. Я в сундук. Блин, у нас уже все не влазит. Нам нужно сундук сделать. Еще один. Давай на улице сделаем. Сундук. Сундук-ловушка. Сундук. Так, нужны доски. Просто нужны нам доски. Берем мы досточки наши. И крафтим сейчас сундук. Вот он. Есть. Так, доски назад. Сундук здесь поставим? Потому что у нас здесь он уже нигде не влезет, походу. А ты наверху поставил. Наверх этого сундука? Да. Так этот не откроется потом. Дима, давай сходим в ад. Да, идем. Нет. Давайте сложим вещи наши.
сундук. Можно сделать двойной сундук. А, мы не сделали кровать. Кровать мы не сделаем, нам не хватает ничего. Можно, может, можно ночью дождаться и паука убить. Огнева нам не нужно с собой? Удочка нам не нужна. Ставим, может, кирку, кремень. Это? Ну, в принципе. Миша. Да. Давай дождемся ночи. Да мы не будем ждать. Зачем сколько времени терять? Надо кровать. А кровать ты объясни для чего? Мы можем без кровати обойтись? Я видел, что люди идут в ад и без кровати. А с кроватями бывают еще. Ну, мы, значит, пойдем без кровати. Фиксать. Так делать. Фиксать. Так, заходим в ад. Ну что, готовы, что нас там ждет? Да, да. А вы, подписчики, готовы? Если готовы, ставьте лайк и подписывайтесь. Прыгаем! Прыгаем! Вау! Ой, мы что? Где-то... Опа! Че здесь так темно? Верхняя там темнота. Фонарики нам нужны здесь? Да, я не знаю. Может, зажгутся? А, нет, не зажгутся. О! Сделаем осветление. Золотой самородок. Где? Опа. Сейчас посмотришь, что из него выпадет. А я могу железной киркой добывать? Ой, давай попробуем. Давай. Да, могу. Самородки. Почему же вы говорили, что не могу? А давай квах. Обычной могу киркой добывать? Не знаю. А это квах. Каменной. Нет, могу. Это кварц. Могу добывать, видишь, все добывается в одну точку. Да, тоже. Да. Так, а что нам нужно здесь добыть вообще, ребят? А давай туда. О, вон, смотри, наверху сколько кварца. Да, а золото. Там можно дальше. Надо сфоткать координаты. А что? Ой, не смотри в глаза ему. Кому? Эндермену. И что будет? Нападет. Вау. Нам нужно ждать, когда он уйдет? Нет, надо не смотреть на него. Нельзя смотреть на него. Глаза особенно. Стой, тут может быть лава часто. Так вот, просто не смотреть? Вы что приседаете? А просто не смотреть. Не смотреть. Вон там. Вон там. Ой, надо... О, видишь, там выход, выход. Вверх. Только под... вот там выход. Вот это выход? Да. Ну только просто лесенка. Может там. Так, а что нам здесь нужно в аду найти? Расскажите нашим. Бусион, ну уже веща. Крепость. Ой, может тут лава встретится. Ну мы убежим. Да нет. А может. А мы можем что-то здесь найти еще? Да нет. Да чего копать? Надо лава встретиться. Вон золото сколько. Да, да. А ты просто поднимайся лесенкой на, по блокам. Наверх. Чтобы там посмотреть. Золотые самородки, но это чтобы дорговаться пингвинами. Лесенкой. Mm-hmm. Так, сделаем сейчас. Подъемчик. Это не выход, там походу. Я же сказал сразу, что это не выход. И вверху нет выхода. Походу там, где эндермен. Нет, не смотри. Не смотри в нему глаза. Не смотри, там думаете выхода. А мы можем его убить, эндермена? Лучше не посмей, он тебе заплатит. О, вот, смотри. Я прав был. Так. Больше света. Давай наверх туда. Еще выше? Походу там выход. А выход куда будет? Да, туда наверх. Так, здесь что? Думаю, что не выход. Давай туда пойдем. Ну пока что. А золото нет. Оно добывается каменной киркой, а у нас в мире нет. У вас в мире в каком? Ну, верхнем. 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 Кстати, да. А мы пробовали там добывать его каменной киркой? А мы пробовали когда-то. Не добывалось.
Кусочек золота. Но оно добывается кусочком золота. Может так бы добывалось. О, там не выход. Там... Это тупик. Надо наверх. Вверх. Хоп. А почему наверх нам надо? Это к эндершмену. Не-не-не. О, сюда, да, о, сюда. Так. Там может быть скелет исполнится. Да ничего страшного, мы его победим. Светка. Что-то светит это. Это каньон. Это каньон. Надо вот так лесенкой. Давай. Давай, сделаем. 38. Это света камень. Кварц этот не нужен нам. А он не нужен нам? Не нужен, да где кожа можно? Я думал, из него можно. А, из него можно опыт получить. Давай. Ну что, поможете сделать лесенку? Давайте, делайте лесенку. Ой. Идем. Это там нет воды. Shift. Где shift? Не тычи, вот так осторожненько раз нажимаешь. Не обязательно стучать. Так, а что это за камни такие? Это светокамень. У нас такого не было еще. То есть, если мы его возьмем, густо. Будет ачивочка у нас, да? Да. Можно скрафтить, например, мы как с этой нам? Высоты поможем. Ну да, здесь очень высоко. Ну, попало. Тут можно использовать тотем бессмертия. То есть, что мы здесь еще раз ищем, напомните? Адскую крепость. А если не найдем ее? Ой. Леша. А ты вот туда копай. Да, ты же можешь боком обойти. Ну, или так вот сделать. Светокамень. Да вот, возьми каменную. Попробуй. О, видишь, добывается. Из нее можно сделать спектральный. О, можно обойти ее. Так, что здесь дали? Что-то дали. Фонарь поставил. О, это. Там наверх есть. Факел. Спуск. Нет, там еще дальше. Там. Тупик, что ли? Тупик. И что делать? Походу. Это может побыстрее. Так, может, возле эндермена мы к ним не пойдем. Походу, там искаженный лес может быть. Он подсказывает. Ого, какая кладка. Надо выбираться. Может, мы потеряемся, да? Это, да, я нашел это место. Смотри, смотри. А пусть хоть немножко камней останется, чтобы светило здесь. Я оставлю, только они мешают мне выбирать. А вверх, если не можем мы пройти в них? Нет, будет поэтому. Смотри, там еще дальше выше. Там должен быть. Попробуй посмотри, где эти камни были вверх. Там вроде мне показалось есть выход, вон туда вот выше, над ними. Может мне показалось там нету. Это? Вот здесь, вверх. Давай. Потому что ты не поймешь, что я имею в виду. Нет. Вот под... здесь нету? Под ними может быть бэддрог. Да, ну ладно. И куда вы предлагаете идти? Прям к эндершменам способ. И что, а как его убивать? Ну просто не смотри в глаза вниз. И он нас не тронет? Да, не тронет, если будешь смотреть вниз. А если я его ударю? Он тоже тронет. Тронет. А можно тихо. Чуть-чуть посмотреть? Нет, нельзя. Нет. Надо прокопаться вот туда. Я сам. Ну, да. Давай попробуем. Вот здесь? Да, походу там. Вот смотри, как каменная кирка и быстро копает у нас. Да, это очень Вот сюда, может быть. Где эндермен? Может там быть. Так. И мы найдем. Ты куда копаешь? Где мы... Идем к эндермену туда. Мы уже далеко ушли от эндер. Опа, свет какой-то. Смотри. Да. Тихо. Эндермен тут справа должен быть. Да. Давай, проверим. О, вау, вон он, да. Да что вы закрываете камеру? Вы не бойтесь. То, что вы закрываете вот так, это смешно. Пацаны закрывают вот так вот
рукой, чтобы как будто эндермен на нас не смотрел. Но он же смотрит все равно. Нам здесь надо мышкой закрывать. На нас пуститься, стой, правильно? Давайте подкрепимся едой. Давай туда опять вверх. Наверх? Угу. А зачем? Надо к этому. Кирка сломалась. Давай железно. Нам надо было больше кирок с собой брать. И мы древний обломок там найдем в Сионе. И снечный шаблон. Так, вот будем как-то прорываться, пробовать. Ой, это другое. Что-то другое. Это потом... Миша, тихо. Что? Это лава. Можешь спуститься вниз? Это лава. Так ты же сказал, вверх надо подниматься. Ну, уже мы можем достаться до этого. Бусиона там... А давай эту проверим подниматься. Вниз? Не-не-не. Давай вот туда. Вниз? Угу. Мы это спокойно уже можем упасть. Тут. Нет, стоп, только тихо. Не в лаву. Да не в лаву, не в лаву. А, это... О, ну, здесь о, ничего лучше нет. Не купайся туда. Я не вижу здесь ничего. Может, наверху ты осмотришь? Может, здесь осмотришь? А тут наш... Для пульсации эндермена еще один эндермен, или это тот же самый? Давай и... А мы можем его атаковать? Нельзя, нельзя. Ты навечно тут оставь. Стой, Миша, пожалуйста, ну, туда. Ну хорошо, покажи, куда идти. Я влезла в пещеру! Где? Вот. Тут пещера? Да. А поднимайся на блоки. Нет, тут лава. Вон эндермен. Не убил. Так ты можешь прокопаться или блоками выстроить? Ёж. Там пещера, серьёзно. Ты хочешь мимо эндермена пройти? Да, он сбоку, прямо возле тебя. Он так не будет смотреть на тебя. А давай посмотрим на него. Нет. О! Минус 2 хп. Или сходим, возьмем кирки, может, другие. Или это еще сгодится. Ёж, ну пожалуйста, там было пещера. Так уже. Там была пещера. Наверное, это выход, Лёш. Ты мне не веришь. Даже не знаю. Ты мне не веришь, Лёш. Ты чего такой? Надо координаты портала. Ну давай, сходим мы назад в портал. Возьмем еще кирки и заполним координаты наши. Давай, заходи в портал, сходим в деревню нашу. Разреши. Давай, я помогу. Как здесь все происходит. Но зато мы узнали, что там в аду происходит. Что там нужно делать, да? Да. Да. Что нам следующее? Напомните, что мы должны найти в аду? Бусион, крепость, древние обломки. А как нам попасть к эндер-дракону? Надо огненные стержни, там, око, жемчуги. А зелья. А где это найти? Можно торговаться с Пиглином. Угу. А, скажите, а для чего нам стол зачарований? Чтобы крутые вещи были. Крутые вещи. Усиленные и быстро. Да. Атаковать. А вот эти это обычно. То есть нам нужно больше обсидиана. Давайте, ребят, стой, сделаем так. Добьем обсидиан, а потом уже пойдем туда уже с крутыми вещами. Давайте. Давайте. Один обсидиан остался. А, давайте чтобы... посмотрим, сколько нам нужно обсидиана реально. Там лосось был, смотри. Вот там горят. Для стола зачарований. Сколько нам нужно этого обсидиана? А где там лосось такой, который висел на воздухе? Там надо... Не знаю. Здесь стол зачарований, да? Так, стол. Какой он? Вот это, да? Да. Чародейский стол. Да. Итак, нужно нам раз, два, три, четыре обсидиана, давай, два я, алмаза я знаю, и я какая-то знаю. Книга. А где книгу брать? Можно скрафтить. Надо бумага и кожа. О, кожа. Кожа и три куска бумаги. Ага. У нас есть а бумага. У нас есть бумага? Да, есть. В другом сундуке. Вот в этом? Да, вот. Есть бумага, у нас да. Нет кожи. То давай есть нам нужно будет кожу добыть. Подожди, обсидиан. Обсидиан есть? У нас три обсидиана. Три. Давайте, ребят, добудьте еще один и возвращайтесь в деревню. Нам еще надо кожу добыть, это с коров. Хорошо, а как ты поворачиваешь? А можно добыть кожу не убийством животного, а как-то по-другому?
Как-то по-другому. Кроличьи есть, 4 крови нужно кроличьи. Это надо убивать кроликов? Так... Нет, чтобы никого не убивать, а просто так добыть. Можно как-то? Невозможно. Невозможно? Ну, узнаем еще эту информацию. Я знаю эти координаты, без координатов. Без координаты, без координат. Ну, давай. Походу, они тут должны быть. И только не у них. Блин, ну а вам не страшно было в аду? Вот сами псы смогли бы играть? Без тебя это мы бы страшно. Ну, не знаю. Туда идем. Мне кажется, вы бы смогли. Вот это озеро. Но если честно, то мне самому было немного там жутковато и страшно. Вот смотри, сколько мы откопали. Да. Молодцы. Да, молодцы вообще. Круто, вы вообще подсказали, как правильно воду нужно выливать в обсидиан в прошлом видео. Потому что я пробовал, у меня слава только камень получался. А почему так вот тоже получается? Опа. Не знаю, у меня только камень. Так мы не обследовали эту пещеру в виде сердца, да? А вы не помните, что у нас дома есть курочка такая была? Да, где-то бегала. Курочка Джек. Курочка Джек. Она да, Фиксай боится ее такой маленькой. И большой, да? Да. Он просто записывает и там... А вот овца, шерсть. Ну не трожь, не надо ее убивать. Надо кровать, чтобы заплатить. Не нужно ее убивать, мы возьмем ножницы и будем ее подстригать. О, кто это? Свина-зомби. Нельзя его ударить, нельзя. Откуда этот свина-зомби? А почему нельзя его бить? Еще... А он нас не будет бить? Не будет. Заходи в портал. Он сильный? Да. Он нас убьет? Думаю, да. А ты железным мечом. А ты что? Давай в портал. Это... Мы можем его назвать имени Бобик. 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 Ну, тоже такое имя. А чё же он не атакует? Ну, ты видел наполовину эту? Наполовину человек? Не, наполовину костяной. А, я понял. А если его ударить, он на вас нападет. Вот это страшнюга. Так, смотри, что мы делаем? Вы видите вот этот сенсор? Так, алмазы где? Вот. Книжка. Книжка. А где у нас книжка? Книжка вот. Ну, вот листики. Листик и кожа. Кожи нет. Так, значит, надо на охоту. Ну, давайте потом на охоту сходим, а сейчас хотя бы книжку сделаем. Книгу можем мы сделать. Нужна кожа. Ох, это мы пока найдем животное, наши подписчики заскучают. Ну давайте в следующем видео уже покажем нашим подписчикам, как мы сделали книгу и как мы сделали уже стол. Что сделаем? Поедим. Поедим? Давайте поедим. Покажем, как мы сделали стол зачарований, да? Да. И что, какого прогресса мы уже добились в нашем аду. Ну что ж, ребят, понравилась вам эта игра? Да. Мне немного она жутковатая стала. Да. Мне немного страшно было в аду. Ну что ж, ребят, если вам понравилась данная игра, данный обзор, подписывайтесь на канал. Далее будет много всего интересного. Будет прохождение всего Майнкрафта. И улыбки наших малышей, да? Да. Спасибо, ребят, подписывайтесь на канал. 10 тысяч миллионов лайков. Ставьте лайки. И плюс 3 лайка на 10 тысяч лайков. Все, всем пока, ребят. Пока-пока. Пока-пока.